Майорка. Майорка, good, good. Muchas gracias. Нашей спиной. Все прямо, очень близко. Смотрите, дочка ушла уже за 60 метров, а глубина там вот такая вот. Просто раздолье для детей. Ну и, соответственно, для их родителей. Особо тут приглядывать за ними, чтобы не утонули, не нужно. Идем в сторону палаток, которые впереди, с большой надеждой, что там можно покушать. Да, что-то нас как-то арбуз и пара бананов не очень насытили. Да, вообще. После вчерашнего перелета мы особо толком-то не едем. Идем вдоль вилл. Я думаю, эти апартаменты тоже сдаются в аренду. Ну, конечно, сдаются. Просто они раскупаются, наверное, за год. Здесь, кстати, по букингу, вот на сегодняшний день я заходила, забронировано 98% жилья. Обалдеть, популярный курорт. Песок просто очень мелкий, белый. Сосны, вот мы идем под соснами. Здесь можно укрыться от солнца, полежать в тени. Идеально. Да, в общем, идеально. Ну, поэтому, соответственно, все и забронировано. Очень любят здесь посещать туристы. И это вот именно север острова, потому что мы вам покажем все его части, мы вам покажем абсолютно разную Майорку, абсолютно разные пляжи и курорты, и вы увидите, что она отличается просто кардинально. Мы пришли до платной зоны. Вот смотрите, люди. Это не оплачивают, это, так скажем, сейфы. Удобно придумано. В общем, это платная зона, я не знаю пока, сколько она стоит. Но здесь дают лежаки. И вы можете вот под этим зонтиком соломенным лежать, балдеть. Алин, как думаешь, сколько стоит лежак здесь? Сколько мы в прошлый раз брали? Мне кажется, здесь написано, прямо на этих... Думаешь? Конечно. Вот написано, что 6,5 евро. Клево. С 10 до 18. Но я так понимаю, один лежак 6,5. То есть 13 евро, два лежака. Да, и вот, пожалуйста, сейфовая ячейка, которой можете воспользоваться во время купания. Очень удобно. Ну а чтобы удалить жажду, решили на пляже выпить свежевыжатый сок. В Италии мы очень любим микс лимона и апельсина. Сейчас спросим, смогут ли нам здесь сделать микс. Мы сели в кафе, и меня сразу порадовало вот что. В меню есть пасты. Можно выбрать по форме пасту и подобрать к ней соус. То есть не готовые блюда, а прямо набираешь себе все, что хочешь. Правда, я здесь цены не вижу. Цена есть, вот эти вот циферки, это и есть цена. То есть 7 евро стоит паста без соусов. Но я хочу сказать, что по сравнению, например, с Тосканой, здесь цены даже немножко повыше. Да, и я хочу сказать, что минусом, кстати, вот размещение прямо на берегу моря является то, что, вот смотрите, здесь все в песке. То же самое будет в вашем номере, если вы разместитесь прямо рядом с пляжем. Сижу, изучаю меню и понимаю, что я хочу лобстера. Очень хочу лобстера, но он дорогой, он стоит 29 евро. Но я в таком случае хочу сибаса. Сибаса побыстрее. Знаете такую роль? Принесли напиточки. Алина, это что такое? Это сок? Микс лимона и апельсина. Микс лимона и апельсина? Ага. Туна. Туна — это тунец, переводим. Без крови. Это ты сейчас вот мне вот готовила, да? То есть ты сказал побольше крови?
сказала без гриля. Я понял. А спроси, гарнир какой-нибудь к тунцу-то будет вообще? Или я буду просто лизать тунца? Будешь просто лизать тунца. Причем с кровью. Кровавого тунца облили. Ну, значит, нас спросили, какого ты хочешь тунца. Только что убитого. Средней убитости. Да, средней убитости. И сильно убитого. Мы хотели тебе сильно убитого, но они сказали, что принесут тебе средненького. Если тебе что-то не понравится, ты можешь сказать, и тебе его доготовят. Снимаем фаску. Слушайте, какой он кислый, капец, это же лимон. Нет, это лимон с апельсином. Но лимона здесь гораздо больше, чем апельсина. Знаете, меня так порвало, что я вспомнил фильм «Кто подставит кролика Роджера». Это когда у него глаза так из орбиты выскакивали. Вот это сейчас было у меня. Так, а здесь у нас... Сгораются угли для мангала. Майорка, good, good. Hello, family, I love you. Oh, okay. Enciéndeme la candela. Здорово. Тебе понравилось, как тебе спели песенку? Да, романтика вообще. Здесь помимо песочка пляжа есть еще прикольное развлечение, называется бич-парк. Это такой надувной город, который расположен прямо в море. Вход туда, конечно же, платный. Вы покупаете билеты на берегу, вам назначают время, одевают спасательные жилеты, и вы прямо по морю идете в этот городок, и там просто оттягиваетесь по полной программе. Я пока еще не знаю, пойдем мы туда или нет, но для информации будет интересно. Еще прикольно называют это место по-русски «лодка-углеводка». Ох ты, наша еда. Как мы тебя ждали. Thank you, thank you. Красивая подача. Да. Надеюсь, вкус будет тоже. Надеюсь, наконец. Все пляжные развлечения, цены на банан, например, 10 евро. Можно покататься на водных лыжах за 40 евро. Ну и, в принципе, все бананы, вот они. Но это не бананы? Ну, бананы, катамараны. Погода очень нефотогеничная, волосы в разные стороны. Фотогеничное только море. Сегодня очень красивые барашки и разноцветная вода, поэтому предлагаю любоваться именно им, не нами. Здесь уже пляж оборудован. Можно помыть ноги от песка. У нас, например, нет. И поэтому у нас в доме на первом этаже оборудован такой шланг, чтобы мы не носили песок в квартиру. Вот там ребенок не очень любит мыть ноги от песка. Пляж оборудован туалетом бесплатным, надо отметить. С обратной стороны туалет и кафешка. Зашли, можно сказать, в лес местный. Очень мило все устраивают пикнички в тени. Вот это мне нравится. За
зачем переплачивать деньги в ресторане, когда можно накупить продуктов в супермаркете, взять столы, стулья, сесть вот в таком прекрасном сосновом парке и с видом прямо на Средиземное море и пляж кушать и отдыхать. Точнее, есть и отдыхать. Мы сейчас находимся около одного из пирсов, от которого отчаливает корабль на мыс Форментор. Таких пирсов несколько. На самом деле мы живем ближе всего к Лас Гавиатас, ну и их, собственно, много. Корабль отправляется каждый день. Всем, кому интересно, что это за экскурсия по воде, переходите по ссылке в описании. Там есть моя статья, где подробно расписано все. Цены, расписание, маршрут и есть куча фотографий. Еще раз снимать то же самое не вижу смысла. Мы поедем на мыс Форментор снимать его с суши. Который я хочу съесть. Вот этот, это мой любимый ананас. Тебя обманули. Это пальма.